Здравствуйте, уважаемые подписчики канала invalidnoykoliaski.ru. Мое сегодняшнее видеообращение не будет посвящено обзору какой-либо определенной марки коляски. Оно связано немного с другим. Я хочу выразить огромную благодарность команде Александра Матвеева. Мария, привет! За качественно, добросовестно, в короткие сроки выполненную работу. Моя проблема состояла в том, что у меня подошла очередь получать от государства очередную инвалидную коляску. Я не захотела пополнять свой автопарк, скажем так, коляской, которой не буду пользоваться. Поэтому решила купить за свои средства, чтобы потом получить компенсацию от государства. Вот именно с этой просьбой я и обратилась к команде Александра Матвеева. Они мне прислали видеообзор коляски B400. Коляска мне по видео понравилась. Я оплатила счет и в очень короткие сроки, буквально через неделю, я уже стала счастливой обладательницей этой замечательной коляски, которая устроила меня по всем параметрам. То есть она имеет очень маленький радиус поворота, то есть позволяет мне маневрировать по дому, абсолютно не задевая никакие косяки, углы и так далее. Она более проходимая по двору по сравнению с А200, которая пользовалась последние десятилетия. В общем, замечательная коляска за очень даже приемлемые деньги. Поэтому, ребята, спасибо вам огромное еще раз за ваш труд. И, друзья, собратья по несчастью, которым вдруг точно так же понадобится хорошая коляска, я просто рекомендую эту команду. Это профессионалы. Спасибо вам.